потому что мы все после школы, у нас не принципы, у нас семейная боксерская база. Я также по своему опыту скажу, то, что прошел всю школу, стремился ходить по результату. Так что верьте в то, что вам говорят тренера, верьте в свои силы. Вчера тоже первый день был немножко, так, я другими уже глазами смотрю на это все. Хочу сказать, чтобы было у вас единственное, все не так сложно. Я понимаю, что вы чувствуете на себя ответственность сейчас большую. Но надо, мы сюда приехали не для того, чтобы прокатиться просто так. Это ответственность у нас. У нас нет ни лицензии, у нас нет большого запаса. Надо доказывать, если вырывать, побеждать. Потому что я такой же спортсмен, как вы все. То есть мы в одной команде вот так все стояли. У нас были старшие братья, у нас были наши наставники, наши тренера, те, которые нам показывали, рассказывали. И сейчас какой-то, то есть мы чего-то бросили. Вообще, о многом можно поговорить, ребята. Просто я хочу сказать, что вы чувствовали немножко эту ответственность. Команды идти. Рахмет сізге келіп, бізге қолдау көрсетіп, осылай дух беріп атқаныңызға. Команда өте қуанышты. Мен өзім қатты қуаныштым сізді көргеніме. Алла қаласа, елдің үмітін ақтауға бар күшімізді саламыз. Даже вот касается духа, внимательно. Духа у каждого много. Вы немножко должны понимать эту ответственность. Вы боксируете всего лишь три раунда. Я знаю тренировку, весь тренерский состав. Я уверен, что они в каждом соревновании вас подводят запасом вперед. Так что не думайте, что у вас не хватит. Конечно, для многих будут экзамены в плане функционала, в техническом этапе. Я думаю, проблем вообще нет. Никаких не должно быть. Потому что наша казахстанская школа, то есть на лидирующих местах. Пацаны, вы должны быть.